Бьет он по воротам. На месте голкипер, все в порядке. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Обратный пас, очень быстро. Какой шанс! Вратарь! Вот мяч за пределами поля, угловой. Опасно как! Перекладина, но мяч в игре. Защитник перехватил передачу. Игорь Смольник. Ну-ка, ты можешь все! И пробил. От вратаря в ворота мяч влетает. Прекрасный пас. Удар! А ведь мог сейчас сравнять счет. Даже не мог, а обязан был это сделать. Момент-то был очень хороший. Одиннадцатиметровый, без вопросов. Не раздумывает рефери, назначает пенальти и достает желтую карточку. Но это еще как-то можно пережить, а вот пенальти — это уже удар по всей команде. Вообще про... И как пробил. Невероятная спасибо. Непростая траектория. Сейф, но атака продолжается. Опасно как. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках.